Всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, это еще одно ограбление ювелирного магазина. На этот раз мы ограбим тот же самый ювелирный магазин, но это уже не Украинский жоп, это обычное ограбление, и посмотрим, что они придумали. У меня есть хорошая дрель, так что я могу, если что, помочь, но надо посмотреть, какой у них план. Кто-то уже одевает маску зачем-то. Видимо, мне придется брать все в свои руки, но понимаете, проблема в том, что я не могу упаковывать. Какого хрена он творит? Что так делает? Нафига? Ладно. Я оторву дверь этого сейфа, потому что мне все равно не нужен пока что. Но я не думаю, что мы просто возьмем и успеем сейчас взять и выбежать со всеми килограммами, потому что здесь большой сейф, здесь надо много динамита закладывать. Да, все, просто. Нам придется отбиваться. Хорошо, что я оружие поменял, как вы видели. Или вы не видели? Нет, не видели. Я не вижу этот список. Так, все, вот такая вот у меня пушечка моя. Сейфочка. Да, это все, что тут есть. Деньги. Так, лежать, чувак, пожалуйста. Так, ловите, пацаны. Лёг. У меня было хорошее оружие с глушителем, почему они решили вот так вот напасть на меня? Кто-то патрон поставил. Уже даже полиция так будет. Интересно. Мы, собственно, продолжаем. Сейчас мы с вами отбиваемся от полиции. Будем смотреть, что тут делать вообще. Как бы сумки у нас уже все взяты, мы уже не можем больше добавить. Видео я просто даже не буду публиковать на канале, в ссылке в описании, то есть я его публиковать не буду, потому что все равно что-то не было нормально. Но там не стоит. Не, это очень хорошо. Ну мне так кажется, особенно когда глушить, вам какой-то приятный. Так, все, отлично. Браво, немножко сейчас сумка. Глупое управление. Офигеть, увидели?
Давай, давай, постреляешь. Пацаны, логики. Снайперы, снайперы. Кажется, у нас больше сумок, чем 8. Я надеюсь, что там много за это заплатят. Я в последнее время играю в какое-то быстрое появление. Зашел на сумку. Мне уже самому интересно, как давайте я расскажу об игре. Игра просто шикарная, я купил ее буквально дня 3 или 4 назад, поиграл, ну, довольно-таки много поиграл на самом деле, у меня уже почти 50 уровень. Игра просто превосходна, там куча всяких скиллов, там всяких способов, всего-то 30 тысяч. Надо банк брать, в банке там по 200, по 300 дают. Ну и опыта не очень много дали, да? А, фигня. Ну да ладно, игра просто шикарная, мне лично очень нравится, просто куча ограблений, я еще и половину, наверное, не попробовал, вот. Но мне больше всего нравится, конечно, ограбление банка, там золото, ячейки, вскрывать, это очень клево. Так, ну что, ну да ладно, я думаю, что на этом мы с вами закончим. Игры в Payday довольно быстро проходят, то есть, если, конечно, не какая-нибудь дофига эпичная 7-дневная работа, я запишу еще какой-нибудь один ролик по ограблению банка, я думаю. И на этом мы сегодня закончим. Я просто хотел побольше записать по Payday именно. Вот. И с вами был Денис. И спасибо за ваше время.